Всем здорово. Котелочка в рейтинге. Не знаю, на чем тут играть вообще. Сыграл за сегодня 3 игры и все в минус. Жесткий. Вот. Надо, наверное, какую-то имбулечку найти. Думаю, что Юрнера имбулечка. Через первый. Не знаю, посмотрим. Что-то как-то прям не везет. Невезение прослеживается. Ваш ход. Так, надо сейчас быстренько. Оп, и полетели. Полетели жестко фармить кем? Большой хочу. Средний точнее. И теперь на базу. Причничком. Угу. Так, вот имбулечка подъехала пропустить двух первых крипов, мне кажется, прям крутая имбулечка. А, хотел сделать стак. Вижу, что времени еще много. Короче, ничего не сделал, но в целом я рад, что я ничего не сделал. Так нужно в эту игру играть. Залог успеха. Так, у меня крутилочка на кулдауне, поэтому я пойду вот этот кемп. Зафармлю рок-голема, на них опаздывать нельзя. Все, полетели на базу с ручничком. Атаки надо. Так, хочу диффузики прям первым слотом. Но думаю, сначала тапочки вот эти возьму. Быстро бегать. Так, надо на базу утрогениться чуть-чуть. 18 секундочек, да? Угу. Что-то я никуда не успеваю. Да, никуда не успел, ну ладно. Агры. Так, ну я хотя бы быстро убиваю. Лайнов крипов покажет. Так, диффуза. Буду играть через первый, но физический билд. Посмотрим, как это работает. Куча ловкости, куча урона. Так, 2 секунды перезарядки к основному атрибуту. Чем больше основного атрибута, тем больше урона с первого. Так.
мы быстренько бежим. Пускать я никого не хочу. У них физический урон. Непонятно какой, почему-то он не развеивается. Дополнительная атака. Да, давайте. Противники время от времени получают безмолвие, не круто. Так, тут еще мне топорик надо всегда с собой таскать, потому что белка. Потому что белочка. Наверняка будет играть через ультимейт. Дифузами можно с себя скидывать Этериал. Главное про это вообще не забывать. Дармега крипы. Очень надеюсь, что я на них не опоздаю. Бегим, бегим, бегим. Оп. Места, кстати, сделать смог. Не хочу еще один стак получать. Ты можешь убить меня. Так, возьму сопротивление эффектом. Руна от Blood Fury. Еще больше основного атрибута. Да, да. Это я за. Больше ловкости, больше урона. А я успею стак, что-то я проморгал. Да, вроде успею. Пойду. Алайновых. Подсказочки мне уже сигнализируют. Пора бы бежать. Отлично, МКБ стаку. МКБ здесь пригодится. Не очень хочу. Предметом КБ покупать. А как-то смарт-рой драться надо будет. Там так, там стак. Можно больших стакнуть. Одну скрутилку забрать. Кстати, совершенно забываю про рунки. Так, или не забирать. Крепочки-то реально сложные. Главное не отдать этот стак белки. Но я думаю, на скрутилке я их должен забирать. Так, здесь важно под атаки не попасть. Отлично. Ну да. Вот так вот. Сопротивление магии тоже можно постакать от белочки той же. Так, не хватает все равно. Ну надо варлик было качнуть мне. Тогда бы хватило. Слышу, белка где-то ультимейтом там чудит. Казалось. Испугался. Ой. Ладно. Нормально, плюс 1% пойдет. Там урон на самом деле надо было брать с крутилки. Так. Хотел бы масочку взять. Авантюрную. Your tower is under attack.
Ультимейт. Будешь давать? Кажется, он против, чтобы ультимейт давать. Ну да и ладно. Так, тут, кстати, стак еще. Шишек появился. Ну, ладненько. Ой. Я безмолвлен, не надо бить. Да плохо, да плохо. Будешь? Отлично, я рад, что мне удалось... завидеть. Так. Ну? Поздно появляются, как... Так, что еще мне надо? Мне еще надо башер. Пока обычный. Бежать срочненько на крипчерсов. Надо вард еще будет влепить куда-то. И руну забрать. Основной атрибут. Возьму основной атрибут. Клонение может быть понадобится. Но я думаю, бабочку куплю. Чуть попозже. Вот, если бы не ставил вард, мог бы стак сделать, да? Но почему-то мне захотелось поставить вардикс. Кто бы знал почему. Урончик возьмем. Руну, да, надо взять. На 12 еще одна же появится, правильно? Так. Идут первые патрули, да? Я так понимаю. Идет он к белке. Можно куда-то сюда вард лепенить. Здесь нету ничего. Они сюда. Попробую на них напасть. Они довольно легкие, да? Думаю, я успею забрать. Я успел забрать. Отлично. Так, появляются руны, появляются пачки. Как бы не умереть-то. Я дико извиняюсь. Но я побежал по делам. Она не через ультимейт. Нет, через ультимейт. А почему не было третьего удара? Так, и назад срочненько. Возможно, пропущу, а может быть и нет. Не, нормально. Все будет. Сопротивление эффектов, да, надо брать, надо стакать. Поменьше в танчиках стоять от белочки. Ну, кстати, не знаю, у нее там не может быть варда или может быть. Как-то она так наобум кидала. Мне не очень понравилось. Так, еще больше урона пойдет. Так, следующим я возьму шард. Как раз, я думаю, накоплю. Вард почему-то за мной идти отказывается. Белка там что-то у патруля уже гоняет. Патруль ко мне, кстати, идет. Это ли не здорово?
скиты. Класс. Пойдет. Ну, скинь же. Сейчас еще пройдусь по кемпам. Так, Абадон идет. Ну, думаю, на такой стадии не должен вызвать. Блин, ну как же я так попался-то? Ну, он с этим маленьким деревом меня связал, я вообще его не заметил. Да, теперь у меня могут вызвать определенные проблемы, Абадон. Прожму глиф так. Такой авантюрный просто. Ладно, не страшно, не залутал я, конечно, сферу. Обидно, обидно, я умер так. Вообще не среагировал ни на что из-за того, что это дерево не видел. No. Да, блин, он не слышит мне дать такой чисто профилактический. Ну, что-то совсем не вышло. Тоже, да? Она где-то рядом бегает. Возможно, видит меня. Возможно, нет. Везде ставим вардиксы. Ее убили. И убила Сеф. А Сеф через что? Через душу. Не знаю, выйти авантюрно зафармить крипов мачком. А, ну у меня уже шарлик есть. Так что под смачком не получится. Прям четко. Крипа сагрила чем-то. Ну ладненько. Так, думаю, время для бабочки. Больно, очень больно, шишечки, мои дорогие. Так, три, да, у меня уже? Три нормально. Так, ну она вроде как не должна меня видеть. Да. Так. Все, там стил пойдет. А, у нее выпало на меня, что ли? Сочувствую. Так, белка сейчас станет. Не знаю, успею ли я авантюрно зафармить. Не успеваю. Ох ты. Но я урон не получаю, к сожалению. Для нее. И глипниром она тоже промахивается. Потому что я был еще под крутилкой в это время. Вот так вот. Думаю, БФ сделать. Хотя пока не знаю. То есть, ну, нет сомнений, что мне надо на всякий случай какой-нибудь блейд держать. Себя. Так, 2 секунды перезарядки, да? Так, надо чуть-чуть отойти, сбросить стаки.
Так, отключу пока сборку, чтобы у меня ум не собрался. К неосновным. Да, к неосновным возьму. У меня вард закон. Нет, мне вард сняли. Задефьюзили. Скажем так. А, нет, упал. Действительно. Мне что показалось. Так, ультимейта у меня еще нет, но она меня каким-то образом видит. Я не понимаю, каким. Вот так вот, да, можно, значит, связывать. Я ломаю... Ну, ладно. Ладно. Довольно-таки... Огромный у него радиус, конечно. Неприятно. Ну где-то в смоке. Угу. Ну ты меня не видишь теперь. Сори. Она, кстати, ульту почему-то одну запускает, я не знаю почему. Дает мне вар. Так, теперь мне надо сатаник. Ничего себе. Бывает. Два контракта. Возможно, тут вард. Надо будет проверить. Так, еще больше сопротивления эффектом. Сколько у меня, в общем? 14.3. Маловато. Но этот вард не достает. Да. Смог разбил он. Угу. Так, так заявил бы. Наверное, очень обидно. Должно быть. Сколько у него вообще? 12. Что сопротивление эффектом? Да, да. Надо сопротивление эффектом там и. SF-чик есть. Уже надо сопротивляться. Так, под смачком здесь залететь. Поинтересоваться, что вообще происходит. Ах, так. Ну ладно. Пойдет ли он ко мне? Не знаю. Страшно даже представить. Он со мной сделает. Так, а, ну тут минус 15 всего. Я его один раз убил? Да, ну, по-моему, два. Блин. Вот это классная штука, но я все-таки думаю, давление эффекта поставлю. Сашу и Яшу еще нужно. Ну, сейчас 24. Уже хоть как-то. Не знаю, что она. Думал напасть на нее, но чуть далековато она была. Она как будто бы меня и здесь видит. Да, я понимаю, там... Обзор дается, ну нужно же, блин, знать. Если противника не на обум кидать, правильно? Будешь? Давай. Сооружение укреплено. Сооружение укреплены. Не всех пропустили? Если безмолвие выпало. Через 7 секунд смогу вард проверить. Здесь точно нет. Здесь тоже нет. И здесь нет. Ну, я не знаю. Может быть, там тоже не может быть.
А где тогда? Где-то в кемпе в каком-то, ну тоже вряд ли. Так, что-то как-то пролагивает. Неприятно. Ух ты, я испугался прям. Башабы. Это, ну, это скример прям явно какой-то. Три контракта. Надо бы как-то юзать их. Ух ты. Слышите, а может быть здесь где-то вард? В этом кемпе? Ну, что-то лагает. Здесь вот? Что-то я, блин, вообще не верю. Что-то не верится, надо будет проверить. Ну, у нее точно должен быть вард. Ну, не может она просто так. Возьму-ка я стрельну туда. Должен же как-то предполагать. Тамчи я не тамчи. Что надо будет запать? Диффузан. Башар. Подрегению на билку заюзаем. Как выходит с кемпа? У меня есть ультимейт. Там еще есть кристалл бэк, она его боится, да. Да, у нее точно есть там вардикс. Есть такой момент. Сейчас будем проверять. А, вот сюда. Нет. Да ну. Ну что, что это за... Что я чувствую у нее? Так, у меня, кстати, опять тут патруль. Они прям ко мне часто выпало. Еще один контракт. Контракты можно, кстати, и попозже тоже использовать, я думаю. Вполне законно, никто не запретит мне это делать. Это мой упал, да? Вот она опять скидывает. Но она знает, что там есть крипы, поэтому и скидывает. Кстати, дебафчик пропал, да? Не знаю, мне кажется, там есть тряк. Не хочу туда обставить. Кристалл бэк через что играет? Через колючки. Печальненько. Четыре тысячи хп. Ну, можно авантюрно напасть на него, не знаю. Уже, кстати, сейчас пойдут крипы. Посложнее, да, второго тира. Так, еще больше. Вот так, да? Взял мне вардик, сломал и умер.
Сочувствую. Плюс соболезную. Ну, сейчас я не могу нападать на Бристлбека без ультимейта. Ультимейт это был мой чуть ли не единственный шанс его убить, перебить как-то. Так что я могу только бежать. Не знаю, зачем он за мной гонится. А фантомки-то что надо, я вообще не понимаю. Не могу телепортироваться, к сожалению. Что-то баф висит. Там уже антимаг приехал. Но он их не очень-то быстро лупит. Я думаю, я могу успеть. Давай, давай, давай. Есть. Дадите мне забрать крипа? Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Вы такие великодушные. Так, минус 4 секунды перезарядки пойдет. Сейчас бы как-то домой свалить. Очень хотелось бы. Три контракта еще есть. Нужно будет реализовать. На next. После next. Ну, после этой пачки. Белка самый оптимальный вариант. Но она меня как-то видит здесь. Её, ну, какой-то скрытый вард. Я не понимаю, что это за вард. Ну, либо это не вард, читы. Вполне может быть. Лагает. На 6 человек, поэтому лагает. Фантомки 0 стаков. Везет нам. Мне. Плюс контрактик, плюс бабки. Отлично. Отлично, я доволен. Он тут появился. Угу. У него скади? Нет. Наблюдаем. Нет. Наблюдательный пост разрушен. Так, ладно, ни у кого. У антимага база надамажена самая. Но я бы хотел Бристлбека выкинуть из партии. Честно говоря. Так, можно уже нацелиться на ультимейт. На апгрейд ультимейт. Потом только на ботинок, да? Есть гранаты. Три штучки. Не знаю, смогу ли я с четырьмя штучками... Ой, с тремя штучками базу расколошматить. Ну, при условии, конечно, что я сам бить буду. Феникс аж бы выбить подстраховочный.
Еще разочек белочку убить. То есть я сбрасываю только себя, да, эффекты, получается. Сооружение укреплено. Двоих убил. Подожди, я кого-то убил, я его убил. Ладно. Так, надо бежать, кстати, к... Отключение. Патруль ловить. Жалко, фантомку не пошло совсем. А, белка зря выкупилась. Ты прям повод на белочке. Трапа есть. Кайф. Гранатки я пока скину, трапу тоже пока скину. Блин. Надо было на самом деле идти базу сломать фантомки, чтобы эпическую сферу залутать. Это на обычное гоним. Можно взять, и что еще остается? 1600, да? Так и возьму. Терпел поражение. Так, у нас осталось четверо, да? Четверо. Хотел сказать трое, но уже белочка тут. Как тут? Она меня стрелять начинает. Ну, я не знаю. На самом деле, читы у нее или не читы. Что за вижен такой невероятный она показывает. Так. Не знаю, имеет ли смысл кидать на колючки это усиление. Ладно, все равно. Стоит попробовать. Видит меня. Я тоже вижу. Может, здесь вард? Нет. Появляются определенные сомнения.
поводу честности данного молодого человека. Ну прям вообще дикие сомнения. А, ну, я и здесь вард был. Может, я просто варды не могу найти. То, что там может быть. Один. Я только один вард ее нашел. За все это время. Не успеем, не успеем. Надо ему базу идти пушить. Пять тысяч хп. Все-таки успел поставить, вот гад. Да, без бэфа прям, без молнии долго все это фармится. Ну, хотя бы такой. Так. Берем на всякий случай, ставим трапу. Есть такое дело. Также на всякий случай я даю... Ага, так. Тебе. Да не парься, друг. Все в порядке. Одного бы крипалечка забрать. А по нему вообще будет прокать. Да ладно тебе, чёт. Ну чёт. Какой злой, блин. Сооружения укреплены. Ну ладно. Полбазы осталось у него, блин. Полбазы это много. Так. Леверидж взять. Где-то был. Улетел. Ладно. Ну это на всякий случай поставил. Вдруг умер бы. Так, надо отойти чуть-чуть. Бабчик упал. Уже отойду чуть-чуть. Сейчас он там мне точно пойдет мстить, я думаю. Отойду чуть-чуть. Может бы я взять на деф крипов. Не знаю. Может быть, да.
Трое осталось нас, да? Угу, получается трое. Сейчас Севчик пойдет фармить крипов, я думаю. Да, вот он тут как тут уже. Как же так-то? Вот это неприятно. Не тому, значит, базу добил. Получается. Ну, мне очень крипы мешают. Я не могу разультиться нормально. Жестко. Ведь мне один килл остается до эпической сферы. Чаль беда. Но зачем? Зачем тебе это? Друг, иди отсюда, иди, иди, иди. У тебя база падает там. База горит, друг. Нет. Даже характер ему не показал. Печаль, беда и неудача. Вордов много, надо ставить. Так, волнение взять. Кстати, не знаю, есть ли у него МКБшка. Ну, по ощущениям, как он меня пробивает, есть. Сколько у меня? Два дебафа. Много. Мне надо БФ-ку нафармить до следующей волны, да? Уже, кстати, в центре. Уже, кстати, в центре. Блин. Не, ну слушай, напугал прям. Прям очень сильно напугал, чел. Это максимально неожиданно было. На байбек меня просто позвал. Надо было попозже, да, это делать. А варты зачем ломаешь? Квартером ломать было вообще не обязательно. Ну все, обвардить хочу, не знаю, боюсь прям фармить. Ну, фармить тут хочется. Я отстающий. А эти неожиданные врывы прям, ну, раздражают очень сильно. Очень грустно. Жду такое вообще бывает. Чуть-чуть мне не хватает. Так, там уже ждет, так что я могу аккуратненько дофармить, я надеюсь. Осталось-то, блин. Ну, осталось, да, чуть-чуть, не, явно не успеваю. Ч
чуть не умер, кстати. Да, было бы здорово, если бы умер из-за лагов этих. Сэф вообще там быстро справляется. Ну, мне БФ-ку надо. Стопудов. Надо, кстати, на подход к себе поставить еще варды. Раз, два осталось. На двух подходов и поставлю. Время пришло. Я знаю, что у него там вард есть. Молоток. Не знаю, почему он хочет меня выкинуть. Логичнее было бы. Так, смока разбил. Так, зайти привет сказать просто. Ладно. У меня дела. Нет, не убивай. Это невыносимо. Брислабек, не сдавайся, пожалуйста, молю, не сдавайся. 30 секунд. Ну, вообще вард надо брать по-хорошему, да? Но с вардом очень плохо играется. Но я играю точнее. Там контролить надо. Группы, не группы. Не умею в такое. Возможно, отличу от лича, кстати. Может, урона просто не хватить. Хорош. На Сэфи. Я не знаю, что я ему сделал такого. Он мне подлянки все эти закидывает постоянно. Исключительно меня бьет. Ого! И вот это я словил куш реальный. У меня сколько? 39 мув спид был. Да уж. Я не знаю, почему это не сбрасывается. Я уже довольно далеко отошел и Блэйд Фьюри, блин, заюзал. Сооружение укреплено. Я успею хотя бы встать. Ну так, просто поинтересоваться, что у него там происходит. 4, 3, 2, 1. Заденайл там себя. Вот и моя сферка. Ну пожил бы. Ну нет, нет, все равно. Ну почти добил. Ну, личинка прям буйная какая-то. До невозможности. Хе-хе-хе.
Сфера-то не твоя, другалек. Зря ты ему помог. Все, 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 уже умрешь сейчас. Умрешь, умрешь. Или не умрет? О, это что такое было? Че он хп восстановил? Непонятно. Ну ладно. Ну это хотя бы не минус по ТС. Скажем так, ну... Обидно, обидно. Слабоват я, слабоват. Не смог перехватить инициативу у СФ. К сожалению. Ну что, сейчас хочу посмотреть на битву. Битву века. Ну, на самом деле звучит даже как Бристлбэк победил. И я говорил СФу, что он не ту цель выбрал. Именно из-за него я байбек просрал. Не смог задефать лича. Он еще пришел, ему помог лича убить. Не знаю, может быть, там и вышка сама справилась. Но факт в том, что пришел, помог. Не отхватит сейчас. Ничего совершенно не может ему сделать. Ну, у него нет скади. Да, то есть... Что это вообще такое? Хекс, Шива. Зачем? Урват. Ну, обидно, конечно, получать плюс 10. Хотя мог и хотя бы топ-2 занять. Не дали мне дожать. Ну ладно, в целом. В целом я старался, я пытался. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Комментируем. Всем ББ.